На календаре последний месяц лета. Жители и гости Севастополя наслаждаются этим моментом на пляжах, а мы продолжаем их проверять на комфорт, безопасность и чистоту. В этот раз мы на пляже Хрустальный. Здесь, как можно заметить сразу, нет ни песка, ни гальки, а только 400-метровое бетонное основание, на котором, собственно, и оборудован пляж. На Хрустальном есть несколько входов, на каждом информационное табло. Для маломобильных групп населения оборудован отдельный спуск, за это ставим плюс. А вот за чистоту балл снижаем. На полные урны жалуются отдыхающие, которые уверяют, если прийти рано утром, то мусора будет много. Он остается с вечера после дискотек, которые устраивает молодежь. Убирать убирают, да. Ну, чуть бы пораньше, чтобы люди приходили, уже было чисто. На Хрустальном есть навесы и лежаки. К слову, для инвалидов шезлонги бесплатные, а для всех остальных – 150 рублей. Вода сегодня прозрачная, мусора в ней нет, и это плюс. Но поскольку пляж оборудован на пирсе, спуститься к морю можно только по лестнице и сразу на 3 метра в глубину. Поэтому для маломобильных групп населения купание здесь не предусмотрено. Да и лестницами отдыхающие недовольны. Говорят, неудобные. Лучше бы были плоские ступеньки на лесенке спускаться в воду. А так тяжело, у кого больные ноги, подниматься. Надо бы такие сделать более, как ступенчатые спуски, потому что эти круглые, нога мокрая, соскальзывает. Спасатели есть, но разъяснительную работу с отдыхающими не ведут. То, что с пирса прыгать нельзя, не рассказывают. Плохо. Инциденты, когда посетители прыгали и получали травмы об острые камни, тут были неоднократно. Минус балл. Например, один мальчик вот здесь у нас прыгнул, порезал сильно ногу. Там нужно было порядка, я полагаю, 4 швов. Скажите, а прыгать вообще разрешено? Нет, не разрешено, но мы не можем контролировать каждого. Человек пришел, снял майку, прыгнул. Всего на пляже 3 вышки, и в каждой по 2 спасателя. Есть и медпункт, и аптечка. В ней оказалось все необходимое, кроме нашатыря, что немаловажно при тепловом ударе. Но спасатели посчитали, что он не обязателен. На Хрустальном есть по 7 душевых и раздевалок, в том числе и для маломобильных групп населения. В наличии и 6 туалетов. В них ощущается неприятный запах, а в некоторых есть мусор. Туалет для маломобильных групп населения есть. Двери открываются тяжеловато. Сам туалет, как мы видим, чистый. Пуск воды есть. Немного есть мусор на полу. Вода в кране. Работает. Для маленьких посетителей пляжа есть отдельная игровая зона. Достаточно развлечений здесь и днем, и вечером. После закрытия пляжа начинает работать кинотеатр под открытым небом. А поздним вечером открывается танцплощадка. В это время особенно начинают патрулировать и следить за порядком охрана пляжа и полиция. Подведем итоги. Информационное табло 10 баллов. За чистоту пляжа и воды ставим 9 баллов. Из-за недочетов в работе спасателей снижаем баллы до 6. За наличие раздевалок и душевых Хрустальный получает наивысший балл. Но за наличие мусора и неприятного запаха в туалетах – 7 из 10. Наличие навесов и лежаков – 10 баллов. Из-за отсутствия спуска к морю для маломобильных групп населения снимаем баллы до 5. А вот игровая зона для детей заслуживает максимального балла. Суммарно пляж Хрустальный получает 86 баллов из 100 возможных. Показатель неплохой, но оператору необходимо сделать доступ к морю более удобным, а также лучше следить за чистотой и работой спасателей. Эльвина Зарипова, Деливер Меджитов, новости Севастополя.